Теперь, позвонив скорую, тулики не должны слышать коротких гудков, а машина скорой помощи по пути на вызов просто не сможет самовольно свернуть не туда. Сегодня в недавно созданном в Тульской области центре медицины катастроф прошла тренировка, на которой в рамках тестового вызова, условное ДТП, отработали полную цепочку действий. От звонка к диспетчеру, послелогисту, бригаде и, наконец, пациенту. Присутствовал на ней глава региона, попутно задавая вопрос о работе системы. Сейчас центр объединяет Большую Тулу и Дубинский район. К сентябрю в единую систему должна включиться вся область. Я хочу сказать в целом, чтобы мы так понимали, создание центра, единого центра медицинской катастрофы – это такой назревший вопрос, который сразу же перекрывает два направления. Первое направление – это мы сокращаем время ожидания прибытия скорой помощи, что, конечно же, каждая минута, каждая секунда – это здоровье. И что там здоровье? Это жизнь тех пациентов, которые вызывают автомобили скорой помощи. И, конечно же, мы видим здесь положительную динамику по нашему областному центру. Это подтверждают и независимые опросы. Это мы видим по программному продукту. Время ожидания нам сократилось порядка вдвое по областному центру. Ну и, конечно же, в первую очередь, это профессиональная помощь тех бригад скорой помощи, которыми они укомплектованы, и те люди, которые приезжают непосредственно на место и оказывают первичную медицинскую помощь, спасая жизни наших пациентов, наших людей, которые проживают на территории областного центра.